Сегодня у нас кое-что новенькое для моего канала, а именно открытие посылки от подписчика. Сегодня мне пришла такая вот небольшая посылочка от Коломиец Александр. Спасибо тебе, Саша, за эту посылку. Посылка весит 226 грамм и такой небольшой коробочек, но уже слышно, как там какие-то детальки такие вот, как бы, трясутся. Вот, давайте распаковывать. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heart. Здесь у нас есть вот такой вот динамик. Это динамик от JBL Extreme Mini. Скорее всего, 5-ваттный, так поскольку в экстримке это 5-ваттные динамики стояли. Попал, конечно, что-то, знаете, как затемненный, как на клип 4. Дальше, что я еще самое первое заметил, это такая вот плата. ХЗ это от Extreme Mini, скорее всего, да. У нас коннектор есть. А также, еще самое главное, кстати, что я заметил, это повышающий преобразователь. Движение, резистор XL. Там дальше я забыл. Шайка, спасибо тебе огромное, конечно. Светодиодная лента. О, это RGB или RGB, не знаю, поправьте, если я неправильно говорю. Светодиодная лента, вы поняли, она может менять цвет. Светодиод может гореть сама светодиод. Также модуль для зарядки, это для зарядки, да? Плюс. Нет, это зарядка. Ну и еще дельчик 27377 микросхема. Очень как транзисторы некоторые. Это не наши вроде. Или наши, я не знаю, которые вроде. Куча, это еще диоды шотки, да, же, они? Да, это скорее всего диоды. Вот, и спасибо тебе огромное, братан, за эту посылку. Все эти вещи мне очень пригодятся и в скором времени будут использоваться в моих новых проектах. А всем тем, кто также хочет отправить какие-нибудь детальки, ну, не нужны какие-нибудь вещи, например, электронные, то я оставлю ссылочку в описании под видео на свой ВК, где вы можете мне написать об этом. Всем спасибо за просмотр, ребятки, всем удачи, всем пока. Ну я же сказал, ты тоже скажи. Привет всем. Напишите лайки, комментарии под видео. На фильм. Придете вы? От себя скажи, братик, от себя. Ну, от себя как, ну, там, как на улице говорю, да? Ну, короче, кто не напишет комментарий, тот хуеплет чистый, там. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там. Ну, да, да. Короче, вот нам эту нужны хуйню, люди. Вот эту интернете активный делайте. Давай там хуячьте лайки, майки.